Доброе утро. Вас приветствует фитнес-центр Европа. Елена. Александр. Упражнение называется «Воздушное приседание». Ручки по швам, ноги на ширине таза, Елена. Хорошо. Теперь с первых коленки мягкие. С первых сантиметров опускаемся. Воображаем, что сзади стоит стул, и мы должны на него сесть. Хорошо. Вес переносим полностью тело на пяточки. Садимся параллельно полу. До конца коленки верхней точки амплитуды не выпрямляем. Потому что тело исключительно ровненько. Прогнуто в поясничном отделе. Вдох делаем при опускании и выдох на подъеме. Теперь второе упражнение мы сделаем также нацелено на переднюю часть бедра, квадрицепс. Заднюю часть бедра, бедра и ягодичную. Сделаем выпады на месте, руки на пояс. Делаем шаг вперед. И тоже ножкой шаг назад сразу же делаем одновременно. Хорошо. Делаем 15 вперед, 15 назад и переходим на вторую ножку. Делаем мы румынскую становую тягу. Берем гантельки. Гантельки в размере от 2 до 5 килограмм, в зависимости от подготовленности спортсмена. Ножки на ширине таза, коленки мягкие. Хорошо. Ручки вдоль бедра. Теперь с первых сантиметров наклона отводим ягодичную назад. И немножко сгибаем в коленном суставе. Хорошо. И обратно. Спасибо за внимание. Хорошего дня. С вами были Елена, Александр и фитнес-центр Европа. До свидания.